Самое интересное, когда мы выезжаем в эту сторону, мы еще думаем, куда нам ехать. Тынты, Сибины. Ну, только единственное, серые точки, но все равно мы уже поздно, уже 2 часа. Так вот, Тынты, Сибины, монастыри, Гагаринская, еще куча всяких запрут у нас здесь. Я уже не говорю про наше огромное водохранилище. Где еще, скажите, есть такой выбор? На Чуйском тракте нет нет никаких водохранилищ огромных. Ну, есть там, да, конечно, и Бия есть, река, и Катунь есть. Ну и все. Ближайшее только в Барнауле. Ближайшее водохранилище. Огромная Новосибирская ГЭС, да? Все.